На центральной площади собрались жители и гости города, чтобы отметить один из самых значимых для десногорцев праздник – День строителя. Впервые в Советском Союзе его отметили около полувека назад, в 1956 году. Соответствующее торжество учредил Никита Хрущев. Во времена его правления строительная сфера быстро развивалась, было принято решение об увеличении работ в этом направлении. Каждую семью тех времен хотели обеспечить жильем. В 70-х годах прошлого века на всесоюзную стройку Смоленской АЭС съехались строители с разных уголков нашей необъятной родины. Город вырос буквально за два десятилетия. Десногорцы с теплом и благодарностью относятся к первостроителям и тем, кто сейчас трудится на этом поприще. Мы приехали уже на все готовое. Для нас они очень важны. Мы их очень любим. День строителя для Десногорска – это, конечно, очень большой праздник. Как бы здесь люди все, которые строили этот город, да создавали. Я здесь, например, с 80-го года. Все мы строители, естественно, строили вот наш красивый город. Я сюда приехала, было только 4 дома в Пермском крае, жили на ПТУ. Любой город, любое все новое начинание, начинается со строительства. А строительство – это люди. Поэтому праздник этот, конечно, праздник строителей. Что ваш город Десногорск, что наш город Северска, города атомные, да? И мы благодарны первостроителям. Ну, вот, наверное, скорее всего, это их праздник в первую очередь. И сейчас профессия строителя в Десногорске не менее востребована. Наш город продолжает расти и развиваться. Строители – это те, кто обеспечивает нас жильем, кто строит все значимые объекты страны. Те, без кого не может обойтись ни одно государство мира. И лозунг, который долгое время висел на въезде в Десногорск «Живешь на Смоленщине, будь строителем», подтверждает это. А без меня, а без меня здесь ничего бы не стояло, здесь ничего бы не стояло.